В 2023 году в 7 сельских поселениях Славянского района были реализованы проекты по краевой программе инициативного бюджетирования. В их числе была и детская игровая площадка в хуторе Нищедимовском Протокского сельского поселения. Площадка весьма популярна у детворы. Мы смогли в этом убедиться, побывав на детской площадке. Благодаря тому, что удалось войти с проектом в программу инициативного бюджетирования, и появилась площадка в хуторе Нищедимовском 5. Здесь есть многодетные семьи, и детворе не обойтись без современной игровой площадки. Она приближена к месту проживания, чтобы дети смогли на ней проводить свободное время. Председатель 4-го ТОС Анна Мойса очень довольна, что мечты жителей стали реальностью. В 2023 году, благодаря инициативному бюджетированию, у нас была построена детская площадка. Это стало праздником для детей. Тут все приходят с родителями, сами. Площадка получилась очень красивая. Сюда приходят мамы с детьми, много ребят всегда. Спасибо. Конечно, дети давно уже освоили установленные здесь качели и карусели. Для них пребывание на игровой площадке – это настоящий праздник. Мне нравится очень эта площадка. Мы каждый день сюда приходим и играем на этой площадке. Тут есть много каруселей, много горок. Эта площадка очень крутая, веселая и современная. Вот так, не на словах, а на деле, инициатива жителей, соединенная с поддержкой властей, позволила решить важную проблему и сделать жизнь нищедимовской детворы еще комфортнее. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».